важный с ним. Как он еще жив до сих пор? Артём, слышишь меня? Поаккуратнее, ребята. Облучился он капитально. А тело полковника даже замерять не получается. Дозиметр шкалит сразу. Держись, Тёма. Мы тебя вытянем. Как же они так? Собери! Что делать? Руководи! Только переливание. Срочное, сколько можно? С такой дозой. Значит, переливание. Спасет? Он подольше тогда продержится, насколько крови хватит. Группа крови. Четвертая плюс. Ему любая подойдет. Все, кто может. Сюда всех. Не засыпай, Артём! Нельзя сейчас спать! Это не твой пункт назначения, Артём. Ты не доехал еще, слышишь? Рано выходить. Это тупик какой-то, а не конечная. Слышишь? Мало нас, слишком мало. Вот и не хватает крови. Артём, пожалуйста, не уходи. Не нужно мне это лекарство такой ценой. Буду теперь жить. А зачем мне жить без тебя? Перестань, не говори так, Анечка. Ты спас её, Артём. Вы спасли её, слышишь? Все было не зря. Она будет жить, понимаешь? Точно, старик. Все. Ему нельзя больше, видите? Не хватает крови, не хватает. Аня, тебе отдохнуть надо. Папа умер. Артём, не оставляй меня. Узнаешь меня? Это я, Женька, с ВДНХ. Знаешь, я тут ждал тебя. Лучший друг все-таки. Старого кореша Бурбона, а, пацанчик? Видишь, как оно. Недолго ты там задержался. Но оно на постой так. Тыркаешься, а толку? Ладно. Ты пройдись, пацанчик, разомни косточки. А я тут буду, если чё. Времени теперь сколько угодно. Обо всем еще успеем перетереть. Ну, здравствуй, Артём. Не ждал тебя тут увидеть. Думал, тебя другая судьба ждет, великая. Я ведь помню тебя еще мальчишкой с ВДНХ, который все мечтал лицо своей погибшей матери вспомнить. Ты ведь ради этого на ботаническом саду ворота открыл, а? А теперь вот и сам видишь. Мне-то скоро обратно в метро, а тебе? Тут ведь никогда солнце не встает, Артём. И поезд не остановить, и не сойти с него. Нет в этом мире остановок. Тот, кому хватит смелости и терпения всю жизнь вглядываться во тьму, первым увидят в ней проблеск света. Помнишь?
что же ты? Терпения не хватило. Ну и что, что нет остановок? Кому они нужны? Давай, железяка, шевели поршнями. Ничего, мы их преисподней жару зададим. Всех мертвецов по струнке выстроим. Ну ладно, пора мне. А ты? Не скучай. Своим тут привет передавай. Я кого встречу, передам. Да ну его, давай сюда. Будешь старпомом, а то рейс предстоит долгий, вечный. Одному не справиться, в общем. Ну, что стоишь? Извинений ждешь? Не будет их, Артем. Каждый делает, что должен. Дело солдата. Врагов сечь и вопросов не задавать. Ты все правильно сделал. И я все правильно сделал. Мы отдали все, что могли. А дальше пусть живые разгребают. Что это там, а? Ерунда какая-то. Не должно тут такого быть. Слушай, может попробуем махину эту остановить, а? Давай, жми! Ну же! Да. Ну, Артём, глянь, что там. Разрешаю сойти на берег. Так нечестно. Наконец-то место, где мы могли бы быть счастливы. Мы могли бы жить, как всегда мечтали, но ты все пустил под откос ради меня. Ненавижу тебя, ненавижу! Не могу жить без тебя, но придется, потому что люблю тебя. Господи, как же я тебя люблю! Прощай, Артём.